Сегодня мы идем в ракетную шахту. Будем снимать понемножку. 4 косаря. Дальше камень. Уложи. Сюда. Да, подходи. О, бля. Надо запотать. Ты саспенса нагоняешь. Около ракетной шахты. Так, парни, под ноги смотрят, если закрываешь. Ага. Интересно. Ебой. Что наверху? Наверху печка. А, точно. Она при помощи тепловозов отодвигалась по рельсам, и отсюда шахта улетала к бесам. Ау! Ебать. И такие здесь шахты три. Можем еще к двум сходить, но они абсолютно... Реально попробуем места. Что дальше, да? Кабеля лежали, тут нас скрывали. Классика. Это офицерский противогаз вообще. Единичка. А внутри там голова мертвого офицера. Дивизия СС мертвая голова. Это попадет в видео. Я специально не буду вырезать.
Бля, пацаны, не душ. Ну, погоди, в сетине. Чё там? Чё я скажу? Я в шахте. Шахта только с офицером. Лазишь, что ли, внутрь? Не знаю, зачем. Ну, да, если она перелезает. И по вентиляции. Я что-то не очень хочу. Фига, здесь даже это есть. Называется это плинтус. Забавно. Может, это было, типа, если такое ощущение было, так какая-то емкость тут была, что-то налито было. Видишь, здесь как будто насос. Видишь, такие огромные болты торчат. Кстати, из нержавеющего материала. Какой-то могучий насос стоял, судя по этой. Ну, да, короче, здесь. Здесь ракетное топливо было. Здесь это не им там пахнет. Чё здесь? Да, здесь точно какая-то цистерна огребенная стоит. Знаешь, как будто левиафан такой лежит. Кто-то куда-то направлял. Что-то написано. Команда строк, поданная его боевого расчета. Немедленно выполняется. Воинский сад. Что, дальше пойдем? Пошли. Туда даже мне интересно. А он пришел, это блин. Ага. Фига, есть ниточка модная была? Гжель. Гжель. Да, здесь, конечно, был армян, было не прикольно. С ним не уснешь. Страх. Так, прикинь, как он по-моему сюда придет, пошли, сотрет и краску не будет потом. А, ну вот, если ты выходишь. Нет, я вам напиздел. Ну, все. Да нет. Вот он. Я там уже идти не могу. Вот. Что, я надеюсь? Это шикарно. Надеюсь, ваш интерес не разбудили. Теперь мне на улице уже темно. Шахта? Да. Да, осторожно. Давай. Йой! Давай его в крейн, наоборот подбросишь, чтобы он вниз. Да. Между прочим, вот это все закопано было. Просто это все взяли и выкопали. Да, вот это все закопано. Вон, видите, там еще верхушка штаба там вот сверху была. Туда мы не полезли. На сегодня все.